очередной выход на охоту. Время где-то 6 утра. Сегодня мы пошли втроем. На троих нам надо добыть 15 уток. Туда пойдем. Серега, вон. Скажи привет всем. Так что посмотрим результат. Да, вчера я добыл 4. Вот. Все, смотрите. По озерам ходишь. В Карелии какой-нибудь там. Ну нет. Мы совсем не в Карелии. Два готова. Два готова. А тот улетел. Сегодня у меня спиннинг есть. Вот. Таскаю с собой. Сейчас достану. Ну вот, ребят, благодаря спиннингу я их достал. Широконоски две штучки. Уже неплохо. Мы двигаемся. Дальше хорошо, я к ним подошел, в принципе. Ближе тут уже не подойдешь. Ну вот одна улетела. Поднялась на крыло и ушла. Подождал, пока сплывутся. Три штучки и бил. Кому понравилось, ставим сразу палец вверх за две добытые уточки. Не жалеем. Пишем комментарии. Вот. Кто бы как подошел. Парочку смазал, конечно. Можно было выбить три. Но этого нам пока достаточно. Тишина. Первым мазанул, со второго взял. Сейчас пойдем доставать. Дошел.
спиннинг самая нужная вещь на охоте. О, и рыбачим. Вот так вот. Пять минут. И наша уточка у нас в руках. И мы сухие. Щерочек небольшой. Ну, трофейчик. Вот третья уточка у нас сегодня. Я думаю, на этой ноте мы будем заканчивать сегодняшний день. Сейчас пойдем в лагерь, обработаем трофеи. Вот. Вот как-то так сегодня, ребят. Не густо. Утки видели мало по сравнению со вчерашним днем. Так что кому понравилась охота, ставим лайк. Да, не забывайте подписаться на канал, написать комментарий. Ну, всем удачи и пока.